Давай. Давай. Так, во-первых, ты кто такой, чтобы тут жариться, а? Это наше место, и у сталкеров тут дорог нет. Бармена, говоришь? Ну ладно. Лабораторию, говоришь? Ёпты. Да что ты там забыл, приятель? Ха, я-то знаю. И скажу даже. Он там. На севере. Но дело в том, что так просто ты туда не попадешь. Код доступа знаю только я. Поэтому выбор у тебя как бы нет. Значит, слушай.
Тут одни придурки с кордона решили в крутых поиграть. Приперлись сюда втроем монстрятину местную пошугать. Ну и в итоге застряли они. Уже вторые сутки тут засели, отбиваются вроде. Сигнал сосна раз 200 уже отправляли. Короче, сходи туда и приведи этих придурков к нам в лагерь. Проведем им воспитательную беседу с пацанами. Они тут, на востоке. Прямо со мной должны быть. Давай, думай. Что нужно, сталкер? Что тебе?
Чё тебе? Вот и славно. Значит, слушай, код от двери 4578. Понял? Ну а мы повеселимся чуток. С барменом я общался. И вправду у тебя задание от него. Что ж, рад был помочь. Только смотри, лаба, жуткое место. Ай, не стреляйте, пожалуйста, не стреляйте!
Волта, прибери, братишка. Hello.
Солдат! Это наше место. А что ты тут делаешь? У Майки? Они ничего нам совершенно. Но у нас есть кое-что. Дробовик. Тут рядом лежит. Это наша работа. Можешь забрать себе, но только если поможешь. Какой-то сталкер забрел сюда к нам в лабораторию, прямо в то место, где мы хотим построить наше новое святилище. Но там склад больших ящиков. Мы не сможем их перенести. Мы создали кое-что. Граби-артефакт. Он поможет переносить тяжести. Разбери завал и прогони сталкера. Метка тебе отображается в твоем компьютере.
Да, теперь все в порядке.
Что ж, мы сдержим свое слово. Вот, забирай. А теперь оставь нас. Хотя стой, вот еще кое-что. Этот кулон имеет большую ценность. Береги его, и с тобой всегда будет удача. Враг на горизонте!